Была подана заявка о кредитовании. Подана в вашем личном кабинете. Если вы подтверждаете данную операцию, скажите «да». Если вы не подтверждаете, скажите «нет» и ожидайте связи со специалистом. Нет. В таком случае я соединю вас со специалистом. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте, вас приветствует кредитный отдел ВТБ Банк. Меня зовут Маргарита. Подскажите, чем могу вам помочь? Здравствуйте. Робот позвонил, сказали, кредитование какое-то. Так, открываю ваш профиль. Минуту, смотрю, что заявка подавалась. Ожидайте на линии, связь не прерывайте. В системе нашего банка действительно отображается потребительский кредит, который сегодня был оформлен из вашего личного кабинета ВТБ онлайн. Подскажите, кабинетом пользуетесь самостоятельно? Да, самостоятельно. Вы помните, когда последний раз им пользовались? Будет никаких не было? Не было. Я наблюдала вашу отчетную запись. Две активные сессии на базе iOS и Android. Ранее с этих двух устройств совершали вход самостоятельно? С iOS. В таком случае я указываю, что мобильное устройство на базе iOS – это ваше устройство, его оставляем как основное. Мобильное устройство на базе Android вам не принадлежит, его нужно будет блокировать и удалять доступ к вашей учетной записи. Для того, чтобы я могла ограничить постороннее устройство от вашей учетной записи, мне необходимо вас идентифицировать как клиента нашего банка. Делать это можно с помощью уникального номера клиента. Вы его помните? Знаете, что это такое? Какой клиент, номер клиента? Это ваш порядковый номер клиента в нашем банке. Его вам впервые присваивали, когда вы посетили отделение банка. Он сгенерирован по вашим персональным данным. Есть в вашем банковском договоре, банковского обслуживания, клиентский договор. Также есть в вашем личном кабинете. Для того, чтобы просмотреть этот ОНК, войдите в ваш личный кабинет нашего банка. Если с мобильного устройства, то левый верхний угол. Нажмите на кнопку вашего профиля. Ага, сейчас. Подождите, не отключайте. Обязана вас... Так, конечно, обязана вас также проинформировать о том, что на данный момент в связи с несанкционированными действиями активность вашего личного кабинета была приостановлена. Сейчас там будет отображаться информация, которая была актуальна до факта мошенничества и на данный момент является устаревшей. А кто пытается войти в мой личный кабинет? Или что, меня взломали, что ли, выходит? Нет, факта взлома никакого не было. Воспользовались просто вашими персональными данными, которые вы оставляли в нашем банке. Также, возможно, вы эти персональные данные... А какими персональными данными, скажите, пожалуйста? Те, которые у вас указаны в вашем личном кабинете. То есть это паспортные данные, как минимум. То есть обычно кредит оформляется по паспортным данным. Также указан уровень заработной платы, указано место работы. Это вам УНН сейчас нужно сказать, да? Да, я вас буду переключать на роботизированную систему ОНК, видите, да? Так. Сейчас, подождите, покажу. Я сейчас выходил, здесь ловит плохо. Так, УНК. А его целиком что надо диктовать? Я сейчас вас буду переводить на роботизированную систему. Вы робот от банка озвучите этот УНК по одной цифре с интервалом в одну секунду, так, чтобы робот распознал ваш ответ. А вы не можете меня распознать? Вот вы зачем роботу, я не пойму. Вы хотите мне продиктовать? Ну, хорошо, вам давайте там цифру сколько? Давайте вам. Вы видите его, этот УНК, сами? Нет, не вижу. Так, а как же робот тогда распознает, если я сейчас скажу не то? Ну, так робот передает данные в банковский реестр. Этот код вам сгенерирован по вашим всем персональным данным, поэтому то, что вы продиктуете в банковский реестр, будет распознано. Ага. И идентифицировано по всем. Это да. Мы сейчас проходим идентификацию личности, что ли, мою, да? Да, все верно. Типа я не мошенник, да? Да, все верно, понимаете. А как она правильно называется, эта процедура? Верификация, идентификация. А, это я ее должен пройти, верификацию и идентификацию, да? Да, все верно. А ты хуя ассоциацию не хочешь пройти у меня? 4.
минуты назад была подана заявка на кредитование в вашем личном кабинете. Если вы подтверждаете данную операцию, скажите «да». Если вы не подтверждаете, скажите «нет». Нет. Ожидаете связи со специалистом? Нет. Ваша заявка требует дополнительного подтверждения. Пожалуйста, оставайтесь на линии, соединяя вас со специалистом. Да, здравствуйте. Алло. Да, вас приветствует кредитное бюро ВТБ банка. Меня зовут Алексей Владимирович. Скажите, чем могу помочь? Что? Говорю, чем могу вам помочь? Не знаю, меня с вами соединили. По какому вопросу? Что-то кредит какой-то говорили, я толком и не понял, там робот говорил. С вами связался голосовой помощник нашего банка для подтверждения заявки. Все верно. А что за заявка? Ну, поподробнее. Ну так, вы сказали, что какая-то заявка, я у вас хочу уточнить. Про какую конкретно робот вам заявку говорил? Да я его толком не расслушал. Что-то заявка, кредит. Если да, нет, я ничего не подавал вроде бы сегодня. Ну, вот, то есть какая-то заявка на кредит. Хорошо, тогда... Ну, посмотрите там у себя, да. Я попрошу, да, буквально до одной минуты оставаться на линии. Я сейчас открою ваш профиль и посмотрю. Ага, посмотрите. Заявка. А, все вижу, Андрей Алексеевич. Дело в том, что у вас в личном кабинете был подан запрос на оформление потребительского кредита. А что самое интересное... А сколько? Даже... А это вы подавали? Не, сегодня не подавал. Сегодня нет. Я позавчера подавал. Вот. Я не вижу позавчерашнюю заявку. Не было, да? Почему вы обманываете? Нет, в смысле не вижу? Я звонил в банк, они сказали, мы перезвоним. Позавчера. Ну так... Нету заявки от вашего имени на кредит. Нету. Это что же, они меня опять, что ли, обманули? Наверное. Эх, блин. А сколько сейчас подали? 800 тысяч. 800 тысяч? Блин, да нормально, ничего. Да. Мне их на карту переведут, прям вот в личном кабинете потом могу пользоваться. Может, я позавчера подавал заявку, а они только сегодня это отобразилось. Если вы не подавали, заявка будет одобрена, но деньги поступят на тот счет, который указывали при заявлении. Если вы ничего не указывали, ну тогда деньги вам не поступят, а поступят на счет тех людей, которые оформили эту заявку. А на какой счет? Банка счет, ВТБ? Который указан в заявлении, я его не вижу, нет. Нет, не видите? Блин, елки-палки. Ну, отменяйте тогда, отменяйте. Не хочу. Как так? А, просто не хочу. Не будете? Не хочу. Ну и соси хуй тогда, пидорас. Хуй после сосать хочешь, что ли, хохол, блядь? А? Хохол, хуй сосать будешь, что ли, хохол, ебаный, блядь? А чё ты, блядь, мама, не переходишь позови, на личности, мама, блядь, позови, гондон ебаный, блядь? А? А давай, не хуй сосать хочешь, да, отменять не хочешь, а хуй сосать хочешь, да? Пидорас, блядь. Хохол ебаный, блядь. Хохол ебаный, блядь. Я тебе еще раз говорю,